Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня видео у меня будет обрезка абутилона. Он у меня опять вырос, очень большой. Ну, он, конечно, цветет, но я хочу его сформировать. И сформировать его хочу, чтобы у него стволик был. Я его сейчас вот это место оголю и сформирую ему крону. Просто хочу его деревцем выращивать. А так вот он просто выкидывает такие длинные ветки. Видите, какие? То есть если выпрямить, то он практически до потолка-то уже будет. А сейчас как раз вот к весне у него такой рост идет очень обильный, могу сказать. Так что вырастет и зацветет. У меня есть видео уже по обрезке абутилона. Я его обстригала, наверное, где-то в начале сентября, вот точно не помню. И вот здесь сколько прошло, несколько месяцев, и он опять у меня вот такой вот вырос большой. Конечно, он у меня сейчас уже весь в бутонах. То есть у него сейчас идет вот рост, и сразу закладываются бутоны. И это будет бесконечно. Это будет бесконечно. И вот представляете, какие ветки он еще вытянет, если не обрезать его. Ну вот я ему сейчас пытаюсь ветки эти распутать, чтобы посмотреть, как... Вот посмотрите, что с ним творится. Просто вообще кошмар. Вот видите, что? Очень длинные ветки, он их разваливает. Вот так вот, видите, как он выглядит. Ну вот мне совершенно не нравится, вот как он растет у меня. И лучше я его сейчас сразу буду вот эти поросли, во-первых, хочу убрать. Я ему хочу оставить, наверное, вот эти две. Ну вот сейчас вот эту вот мелкую как бы обрежу. И оттуда уже буду смотреть, что и как мне лучше делать. Ну вот, буду резать прям вот так вот. Он хорошо очень укореняется, у меня и укорененный есть. В общем-то, такое неприхотливое растение. Вот эти вот тоже все хочу веточки убрать. Хочу, чтобы голый прям вот стволик у меня был. А потом буду уже формировать ему крону. Вот эту поросль всю я буду убирать сейчас. И вот эту ветку тоже обстригу. Вот эту. То есть он будет утолщать стволик и очень будет красиво потом в будущем выглядеть. Можно вот это вот еще обстричь. Так. Это что у нас тут? Вот эти вот еще две веточки. Вот так. Ну вот уже так очистилось. Но можно это тоже убрать. Так, вот, как я и хотела. Так. Теперь вот не знаю, что сделать вот с этой вот веткой. То ли ее пустить вот сюда, так вот сейчас сижу, думаю, как мне его. Так получается, если я, ну вот так вот начну его вот так вот резать, получается.
очень быстро растет, просто вообще. Вот это вот тоже как-то ветка туда пошла. Придется, наверное, вот так вот мне. Вообще жалко, конечно, очень, но вообще ни к чему вот эти, конечно, ветки. Здесь тоже вот так вот обрежу. О, такие ветки наросли. Ну вот эта вот ветка, которую я не знаю, что... Но я ее обстричь-то, конечно, обстригу, просто я не знаю, ее стоит вот убирать или пусть на третьей растет. Сейчас я, наверное, вот так же ее здесь обрежу. Мог срезать. Вот так вот. Ну вот сколько опять посадочного материала. В общем, кустик у меня преобразился. Здесь только цветов. Жалко, конечно, он только начинал у меня цвести. В общем, получился вот такой вот деревце такое. Вот я просто вот с этой веткой не знаю даже. Ну, оставила ее. Думаю, ладно, пусть будет три. Хотела их как бы переплести, не получается, потому что он уже такой жесткий, и я боюсь его вообще сломать. Ну, так тоже будет. Они будут утолщаться. И будет хорошо. Этот листик можно обрезать. Я его сломала все равно. Кончики, конечно, подсыхают тут у некоторых листочек. Ну, это у меня уже получается вторая такая обрезка большая, могу сказать. Ну, его придется, наверное, очень часто так резать, формировать, потому что без этого никак. Очень сильно разрастается. И все равно сейчас еще подумаю по поводу этой ветки. Вот просто она вот здесь вот такая-то гуща от нее. Не могу понять, стоит ее мне или не стоит. Ну, в общем, оставила я эту третью веточку, поставила его на свое место. И еще вот такой вот ниткой я ему ветки в разные стороны еще развела, потому что они как бы, если вместе как-то крона получается, так вроде как более такая раскидистая получилась. Ну, он сейчас очень быстро пустит почки, тем более на носу весна, и очень будет красиво эстетично смотреться. Увидимся в следующем видео.